Сегодня мы можем констатировать, что олимпийские объекты активно работают. Я бы даже сказал, работают на все 100%. На базе малой ледовой арены «Шайба» создан Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр, который функционирует круглый год. Большая ледовая арена стала домашней площадкой хоккейного клуба «Сочи». Также на арене проходят крупные хоккейные турниры, такие как матч «Звезд КХЛ», ежегодный Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд «Ночная лига» и многие другие. Сочинцы очень полюбили свой хоккейный клуб. На базе конькобежного центра «Адлер-Арена» создан региональный центр тенниса. В кёрлинговом центре «Ледяной куб» постолимпийский период проводятся многочисленные кубки и чемпионаты страны по кёрлингу, а также культурные и развлекательные мероприятия. А с 16 по 26 апреля проходит чемпионат мира по кёрлингу. Во дворце зимнего спорта «Айсберг» практически на постоянной основе проходит ледовое шоу Ильи Авербуха, которое, надеюсь, вам вчера понравилось. 7 февраля этого года прошли праздничные мероприятия, посвященные годовщине со дня проведения Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи. Еще одним уникальным объектом, появившимся в нашем городе, стал автоспортивный комплекс «Сочи Автодром». 12 октября прошлого 2014 года успешно прошел первый в истории России гран-при Формулы-1. Все это делает наших горожан счастливыми людьми. Они являются зрителями многих спортивных событий. Основными постолимпийскими достопримечательностями горного кластера стали санно-бобслейная трасса, биатлонный стадион, сноуборд-парк и фристайл-центр. Уникальная инфраструктура города предоставляет возможность создать базу для развития событийного туризма и переместить потенциал рынка профессиональных, развлекательных и спортивных мероприятий в город Сочи. В своем портфеле город Сочи уже имеет цикл Гран-при России Формулы-1, Кубок Конфедерации 2017 года по футболу, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, ежегодный международный инвестиционный форум, Всемирные хоровые игры в 2016 году, Международные зимние и осенние фестивали искусств под управлением Юрия Башмета, ряд крупнейших международных и всероссийских спортивных мероприятий. Все эти события позволят обеспечить устойчивый поток туристов и раскрыть потенциал сочинского туристического рынка. Календарь крупных мероприятий международного, всероссийского и регионального уровня на 2015 год в городе Сочи уже на текущий момент содержит порядка 180 мероприятий, в том числе около 40 мероприятий международные. Мы уверены, что 2015 год станет для Сочи еще более насыщенным и интересным для гостей и жителей города. При этом Сочи – это пример, когда посредством спорта, посредством Олимпийских игр можно сделать развитым отдельный город, отдельный регион и сделать жители этого города счастливыми.